15 июня в детском городке Эдем состоялся благотворительный концерт, организованный преподавателями педагогического колледжа совместно с отделом по делам молодежи и туризма. Около 30 активистов различных волонтерских движений города приняли участие в праздничном мероприятии. Сегодня волонтерское движение нашего колледжа «Чистое сердце» проводит очередную акцию. Называется «Где добро, там и тепло». Хотим подарить им немного добра своего и осчастливить их. Воспитанникам реабилитационного центра были накрыты столы с угощениями, организована концертная и развлекательная программа. Спонсорская помощь подготовке и проведении праздника была оказана благотворительными фондами «Чистое сердце» и «Свое дело» и благотворительным проектом «Доброе сердце». И несмотря, что сегодня 15 июня, для вас праздники будут каждый день. И сегодня, вот как называется ваше мероприятие, тепло. Хоть за окном у нас прохладно, но в нашем помещении сегодня тепло, потому что здесь чистые сердца, добрые сердца, открытые сердца, люди, которые всегда готовы помочь. Дети. Улыбка на лицах и блеск в глазах детей являются главной задачей и целью всех мероприятий, отмечали руководители благотворительных фондов. Много теплых слов было сказано в адрес организаторов мероприятия. Слова благодарности за оказанное внимание прозвучали от заместителя директора социально-реабилитационного центра Умы Сатуевой. Спасибо от имени наших милых детишек. Посмотрите, какие у них яркие, солнечные, добрые глазки, веселые. Это все благодаря вам. Вы подарили сегодня праздник не только нашим детям, но и всем тем, кто их окружает, потому что у нас одна семья. Для приглашенных подопечных центра артистами Дворца культуры «Спартак» были исполнены музыкальные композиции. Благотворительными фондами детям были подготовлены подарки в виде постельного белья и пакетов со сладостями. В свою очередь организаторы выразили благодарность руководству детского городка за сотрудничество и помощь в проведении праздника. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».